Всем привет, с вами как всегда Пальма. Сегодня поиграем в дуо. Катки вышли отличные. И если они вам понравятся, то не забывайте прожимать лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И пишите в комментариях, как вам ролик. А напоследок я хочу напомнить о том, что у меня есть своя телега, где вы сможете найти мои коды на сенсу и раскладку и многое другое. Если вам будет интересно, то заглядывайте. А теперь отправляемся в катки. Желаю всем приятного просмотра. Что у меня тут? А, у меня вектор. Так. Нормально. Быстрее. Один там ящик лутает. Одного нокнул. Ага, он там. Чё такое опять? Ну боже, ну какой. Ага. Тут всего лишь с нами два типа. О, так минута осталось. Уже три. Они где-то, наверное, в главке сидят, прям там внутри. Не так, да, они там, они же, если открыли эту ерунду, значит, где-то в главке. Под тобой где-то? Да. А, слышу. Так, жизнь-ка, патрон на МГшку чуть-чуть возьму, найду. Вот уже нашел. На эти надо скинуть. Не-не. Потом еще золотая где-нибудь. А тот где-то там был. Marked a location. Ходил. Угу. Так, давай ты тогда с той Marked стороны, а я через это. Через лифт. Все, убил. Угу. Найс. А, один тут у меня. Одного закрыл, второго. Лошадку сейчас взять надо. А там внизу есть лошадки. Я уже. Видишь, что там? Сейчас к тебе прибегут. Давай. Поехали. Что он тут делает? Ладно. Спасибо. Ребят. Мы сейчас можем вот сюда на мою метку. Открывают там штуку эту. Давай, там 15 секунд, правда, осталось. Успеем? Да успеем, что не показал, вот пока что. Ну аж еще кто-то придет. Вот тут, вот тут, где-то вот тут на крыше. Шаги. Да-да-да. А, на этой крыше сидит. На этой крыше, понял. Ладно. Сейчас, короче, мегабайт будет. А, он спрыгнул. Куда он забежал? Ладно, не буду. Золотая... А, еще двойка. Давай. Машина вон ко мне идет. У тебя в доме? А. Marked a location. Какой-то голый. А, возле главки дача стоит. Где-то сзади ходит. А есть инфа, где он примерно ходит? Вот здесь он. А, во второй части, да, получил? Кто-то дома? На венами еще. А, это он был. Все. А, это он, наверное, хотел сходить. Да-да, на венами. Не успел резнуться.
Кто его? За деревом кто-то стоит. За деревом есть. Это у нас халатик где-то сверху должен быть. О! Хорош. Ой, мега хорош. Они на велике хотели отсюда уехать. А, мотик спереди. Подозрение имею. Понял? Завяжу. Вы куда, ребята? Один есть. Еще один остался там. Нечего взять, есть. Вот. Взять. Куда? А. Где он тормознул? Где-то вот здесь. Watch out! Watch out! Help! Watch out! Ой, лучший. Хорош. И справа. Здесь я прямо где-то там стреляет. Вон там. Watch out! Угу, бегу. ОЗБ RX какой-то. Я попал. Ага. О! Нашел. Батюшка. Угу. We're the best. Плюс 52 дали. Разошлись. Все. Так, я наверх упал. У меня эмочка. Сразу. Это радует Улик. Прям. А, ты со своей стороны можешь. Здесь понятно. Ух ты, ух ты. Еще одного нокнул. Ты. Это, конечно, сделал эти пульки. Я... О, он шевелится. А, к нам идут. О. Мега. А, это... Еще кто-то идет. Сейчас трусим. Я этот открываю ящик. Снайперка. Айвик. Знаю. Пулик. Пулик. Почему бы и не взять? Вот я так же думаю. Что у нас по людям? А по людям у нас вот, люди... У них есть. А, найти. Кто-то собирает. А последний-то подо мной находится. Хи-хи-хи. Волк. Задается, оп. Опа, опа. Вот опа. Это звоночек вот сейчас был. Снаружи тут бегают. Нет. Вот видно. Это он, скорее всего, мини-ивент лутал. И ракетницу нашел, и ушел оттуда потом. Да. Может, монет накопил просто на ракетницу как раз. Может и так, кстати. Давай тогда баги возьмем, поедем, покатаемся, поищем кого-нибудь. А? Дача, баги. Машина стоит. Когда дача подъезжает. А, так там чел на крыше. Нокнул.
А, туда чел еще зашел с самой этой дачи. Общагу. Сейчас я прибегу. Бегу. Все. Предлагаю взять себе эту дачу и ехать. Давай. Так, а вон мы за мной. Там же, где мы пустили, по-моему. Там чел. Свалить. А вот и нет. Ну, погнали на вызванный дроп. Сейчас я только МГшку перезаряжу. Знаешь, как мы можем сделать? На крышу, походу, хочет залететь. Мы можем вот сюда. И там крышу будет видно. Вот с этой позиции. Можно будет его с МГ спокойно. Так, а мне не нравится, что тут все темно. А, нет, сейчас не темно. В смысле? Еще по одному дал. Сейчас прибегу. Он сейчас его резать будет. У него там тычка с авика есть, то есть у него ХП не очень много осталось. Я уже подхожу к тебе. Как-то снаряд был. Перезаряжает. Вроде бы тут больше никого. Так, там вазика не было до этого. Там труп он упал. Кого он высадил? Ростовый найден. We are number one. Результат у нас. По идее, сейчас раз должен быть. Да. Вот мы и в лобби. Вот такие вот катки получились в дуо. Если они вам понравятся, то не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал и оставлять свои комментарии под этим роликом. А на этом все. С вами был Пальма. Желаю вам хорошего настроения и удачного дня. Всем пока-пока. Бам!